Короче, вы в кольце, да, сейчас? Мы в очке. В полном очке, да? В полнейшем. На один батальон меньше. Ну, если на один батальон меньше. Ну, распуярили. Хохлы, что ли? Да. Командование, которое у нас было, 58-й армии, мы, типа, быстрее, 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 а сзади их поставалось хуево туча, и теперь мы в кольце. Выехали сейчас или нет? Мы нет, мы встаем, ждем лучших прогнозов, прячемся по полям, блядь. Из Зеленчукских, кто был колонна Зеленчукская вся, осталось всего три человека. Да ты че? Полкан, он приехал, ебать, охуел, ебать, думал, ебать, 200-й забирать, ебать, а мы, ебать, 11 человек, ебать, из лесу вышли, блядь. Тут, ебать, столько пацанов уже полегло, что ёбнешься, блядь. Да мы видим, а самое смешное, знаешь что? Мы здесь вообще не официальные здесь. Руководство наше все съебалось нахуй. Всех кинуло и съебалось. И мы не знаем даже где они. Больше половины 205-й, короче, бригады, в которой мы были, всю переебашили. Градами, гранатометами ебашут каждый день. Ну и вы тоже ебашите, что вы не ебашите, ну? Ага, у нас есть, ты спросил. Вы вообще боеприпасы хоть есть? Ну, блядь, на автомат и все. Когда кипиш начался, ебать, приехал же наш полкан, типа, ебать. Мы меня спрашиваем, что, ебать, делать, ебать. Говорю, у нас не оружие, ничего, здесь беттеры катаются, ебать. Вот ебашьте всех гражданских, нахуй. Кто не пойдет, всех ебашьте, ебать. Охуеть. Такие вот дела. Хуевые дела. Моя страна сошла с ума, и я ничем не могу помочь.